Друзья, а вы знаете, что у каждого человека, согласно натальной карте, согласно ведической астрологии, есть кризис года. И со мной этот кризис года случился здесь, в Америке, в Сидоне, когда я приехала сюда с группой. И пока шел наш ретрит, каждый день происходили какие-то божественные испытания. И с каждым днем эти уроки и испытания были более сложными, и нужно было не терять самообладание. И к концу ретрита со мной произошли ниже следующие изменения. Молодой человек, мужчина прекрасный, который пообещал мне сказочную жизнь в Америке, передумал. Вот такая чудесная ситуация со мной случилась. И тогда, но у меня уже были билеты на курсом на Вашингтон. И в последний момент, за пару часов до вылета, я спросила себя, куда теперь я хочу полететь. И мне нечего делать в Вашингтоне без любимого человека. Что я могу сделать и куда мне полететь? Судьба, подскажи мне. И что вы думаете? Мне позвонила знакомая из Лос-Анджелеса и сказала: «Катя, приезжай, ты здесь очень нужна». И теперь, друзья, передо мной открылись новые возможности. Наконец-то Лос-Анджелес. Да здравствует Лос-Анджелес. Я полечу туда через пару часов. Такси уже на подъезде. Спасибо, Сидона, за твои подарки в виде уроков, в виде осознаний. Сейчас я устранюсь на домашнюю работу и проведу водные процедуры, пообеду этим божественным солнцем и в путь на Лос-Анджелес. Да здравствует начало нового. Всех люблю. Расскажите о своих историях, о своих кризисах года. А знаете ли вы, когда у вас кризис года? Если нет, могу дать хороших астрологов, либо посчитать сама. Пишите в комментариях.